Здравствуйте, наши дорогие зрители, с вами Валентина и канал «Алтайский край глазами под москвички». У нас сегодня 1 апреля, второй месяц весны, но, естественно, все больны, голоса нет, остальное все есть, Любахин тоже заболела. Сегодня ролик будет про наш смотр, значит, мы провели наконец-то смотр наш, слава богу, отпели, отплясали, готовились мы долго, как готовились, как мы репетировали, сейчас я вам в ролике покажу. Так как у нас клуба-то как такового нету, да, репетировать-то мы репетировали, а выступать вот в этом помещении невозможно. Мы пишем во все станции, нам говорят, у вас все хорошо, вам на выступление вам предоставляют школу. Школу нам в этом году не представили, потому что коронавирус. Вы будете, говорит, выступать в районном доме культуры. А в районном доме культуры... до районного дома культуры надо как-то доехать. Ну ладно, автобус, с автобусом договорился наш глава со школьным. Вроде все, слава богу, нас везут. Но и тут шофер автобуса болеет. Вообще непонятно, везет нас кто куда, не везет. Начали разговоры, давайте вы у себя этот смотр покажете. А где у себя? В трехкомнатной квартире? Вы можете себе представить концерт в трехкомнатной квартире с большим количеством участников, с жюри и со зрителями? Ну вот, и мы как-то не могли, мы поэтому до последнего мы не знали, повезут нас куда не повезут. Наконец, вроде район для нас автобус предоставил, сцену нам предоставили. Мы на этой сцене как дикие, там реально сцена больше, чем весь наш клуб. Микрофоны. Мы микрофоны петь не... У нас ничего нету в клубе, вообще ничего. У нас есть твердопотопный микрофон, который еще при советской власти работал. Мы учились арпеть-то так орать, чтобы нас это слышно было на другом конце села без микрофонов, да? Мы тренировались раньше, и тут мы вышли на сцену. И мы вот в эти микрофоны, сверхчувствительные, с огромной громкостью, мы проорали, как мы репетировали, мы так и проорали. Самый первый день раздача. Первые репетиции. Ты не говори, о боже! Ты... Боже, какая женщина! Это кто должен мне сказать? Это... Позвольте представиться, Сергей! Не надо за меня, это... Ты начинаешь висклявить. Я? Ну дайте мне кучерку. Вот, да. Поворачивайся. Бабушка тоже рядом. Да. Вот внизу, вот. Смотрите за ним, пожалуйста. Да внизу, да, говорю, вот. Позвольте, Сергей. Надо еще раз печатать одну. Да. Ну, надо. Вот, Ольга. Ну, вот. Мама, да не... присмотрите за это. Это было уже. Это уже мы прошли. Вот, я говорю, мама. Мы Ольга... повторяем. Присмотрите за ним, пожалуйста. За тобой. Вот, ты ей говоришь. Почему? Да почему я к тебе должна обращаться? Нет? Да. Вот. Нет, присмотрите, пожалуйста, ты так вот ты это... Ты должна вот клиентам сказать, чтобы она... Нет, надо сценку прогнать сперва, а потом, чтобы они... Давай. Присмотрите за ним, пожалуйста. Идешь. Да, а я буду за дверью, и мама уходит. И сталкивается там с Сергеем. Боже, мужчина! Опять вы. Какая женщина! Медленнее. Ну, как вроде бы тебе.
Я даю или не даю? Мне она дает или не дает. Ставьте, пожалуйста. Ага. Позвольте представиться. Сергей. Ольга Николаевна. Можно Лаевна? Мужчина, извините, она не в клубе. Ольга Николаевна. Можно Лаевна? Вот так вот, можно просто. Все. Мужчина, извините, она не в клубе. Так. А вы? А я не знаю. Сейчас я посмотрю. Мама уходит, Сергей забирает букет. А вы в клубе? Я? Да, но я замужем. Ничего страшного. Мне ненадолго. Ресторан, два виски, танец, гостиница и ха! К мужу обратно. Так, я здесь, модератор. Ясно. А кто-нибудь еще в клубе есть? Касатик. Подождите, девушка, ты какой денежный? Есть, есть. Я есть. Материал вот такой белый. И что-нибудь надо вот... Какую-нибудь красивую. Да, Свет? Да, Свет? Да, Свет? Да, косынки ничего не значит. А где косынки? Там где-то красные. Да, косынки. Да, это не красные. Да, 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 либо в середку. В середку, вот. Между желтыми. Да, вот это. Да? Вот да? Рога. Вот так. Или вот так, в середку. Вам так всем хорошо. Сколько мы еще с тобой споем? Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой. Песни ты не скажешь, до свидания. Песня не прощается с тобой. В лютый холод песня нас с тобой согреет. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой. Песня ты не скажешь, до свидания. Песня не прощается с тобой. Эту. Хочешь песни, хочешь нет. Без. Хлопоты. Остановлен бег. Колыбают роботы. Счастлив человек. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился до глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен век. Вколывает роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Труд физически исчез. Ну что, с Богом, поехали. Как что сейчас? Он еще бежит, девица, красавица. Тут как ни один бежит, не сядет. Сейчас мы до клуба, там в клубе еще чуть-чуть и едем на присланном за нами каком-то автобусе. Не думаю, не могла, несколько раз звонила. Тетя Люся. Ой, тетя Люся. Кто? Кто сказал? Я не знаю. Давай. Стоял. Все, поехали. Костыль взяли.
Был разговор. Здравствуйте. Че, это вот сюда нам? О, как классно! Как здорово! Только сцену надо... Так, надо платье. Рядом со заберут, не будет. Там, все нас... Буду восхищение. Танец «Прогресс». Анастасия Щипова. Все, всем спасибо, что были с нами, посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вообще как-то себя проявляйте, потому что нравится, не нравится, я ж не знаю. Может, вообще полная глупость и дурость. Ладно. А уже сам смотр уже пойдет в следующем видео. Я-то думала, что его выставят. Уже неделя прошла почти. Я-то думала, что его выставят уже. Ну, в общем, мы ждем. Пока я не могу выставить смотр, пока редакция не выставила сам смотр. Сам концерт, поэтому только все потом.